Вакцинация от коронавируса в регионе началась в середине декабря. Уколы делают в специальных пунктах. Один из них расположился на базе Тиинской участковой больницы в Меликесском районе. Вакцинация проходит очень активно в последнее время. Народ понял опасность вот этой инфекции. Вакцин у нас достаточно количество, мы привозим. У нас вакцины есть гамма-ковид и бивак. Вот, ну, делаем активно. У нас сегодня уже было на вакцинации первично было там 15 человек, и вторично вот 25 или 26 человек сегодня уже вторично привели. Ну, народ идет. Как показывает практика, сельское население гораздо охотнее прививается, нежели городское. На данный момент в участковой больнице вакцинировали 1100 сельчан. Что касаемо медицинского персонала, то сейчас можно с уверенностью говорить о 100% коллективном иммунитете в Тиинской здравнице. С раннего утра народ здесь собирается на прививку. Елена Коженец, жительница Димитровграда, уже переболела ковидом, но, несмотря на это, все же решила вакцинироваться. Как оказалось, не все так страшно. Мы планируем поездку в сентябре на отдых, и нам нужно поставить прививку сейчас. Мы понимаем, что это обезопасит. Вакцину с колес доставляют и в самые отдаленные населенные пункты области. Практически каждый день фельдшер Тиинской больницы на передвижном ФАПе добирается до небольших сел и деревень и прививает их жителей, как в обычной поликлинике. Вакцинация в передвижном медпункте очень удобна, ведь не нужно ехать в районную больницу. Всего в Ульяновской области уже привито более 250 тысяч человек первым компонентом вакцины и 189 тысяч человек полностью вакцинированы. Алина Тихонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.